Городской репортаж. 27 сентября в соответствии с дорожной картой ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения на период 2012-2018 года состоится открытие детского сада в микрорайоне Ольгино. Самое время поспешить на торжество, которое пройдет в рамках программы губернатора Московской области «Наше Подмосковье». В церемонии открытия приняли участие первый заместитель председателя правительства Московской области Лидия Антонова, заместитель председателя Московской областной думы, руководитель фракции «Единая Россия» Иван Жуков и заместитель главы администрации городского округа «Железнодорожный» Лилия Татевосян. Так, осторожно, куда едем? Давай. Так, теперь вот здесь, Юра. Так, вот тебе. Вот сюда давай сделаем. Вот, молодец. Одну мне. Вот, я поздравляю. После символического перерезания красной ленточки почетные гости были приглашены для произнесения поздравительной речи в музыкальный зал, где их уже ожидали юные чтецы, танцоры и певцы. Руки золотые и мастеровые, ловкие, умелые руки трудовые, мастера, строители, поклон от нас примите, благодарность объявляем, детский сад ваш принимаем. Поздравляем! Днем рождения, детский сад! Очень хочется пожелать всем сегодня только счастья, здоровья, благополучия. И спасибо большое, конечно, нашим воспитателям, работникам детских дошкольных учреждений за ваш замечательный труд. Вам лично здоровья, счастья, вашим семьям благополучия. С праздником! Посмотрели мы с Лидией Николаевной, прошлись. Но действительно, не каждая квартира у добрых хозяев имеет такое... Вот, уют, такую чистоту. И здесь думаю, что вам всем приятно будет и находиться, и работать. Дорогие друзья, сегодня в нашем городе знаменательное событие. И разрешите мне от имени главы городского округа железнодорожный Евгения Ивановича Жаркова поблагодарить в лице Лидии Николаевны правительство Московской области, лично губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева за неустанную заботу о наших детях, за то, что они твердо идут намеченным курсом, следуя губернаторской программе «Наше Подмосковье». Спасибо вам большое. Какой же праздник без подарков? Иван Жуков вручил сертификат на 50 тысяч рублей для приобретения технического оборудования, а Надир Мамедов, директор ООО «СКОПА», подарил директору сада символический ключ. Детский сад с бассейном номер 20 «Ромашка», адрес которого граничная 38А, сможет принять на воспитание 125 детей, что сократит в два раза очередь детей в возрасте от 3 до 7 лет. Благодарственное слово от лица родителей произнесла Анна Конакова. Я хочу поблагодарить руководство Московской области, нашего города, за то, что остаются не безучастными к нашим проблемам. И также большое спасибо строителям за прекрасные условия, созданные для малышей. Ведь дети – это то, ради чего мы живем. Спасибо. Необходимо отметить, что 27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников. Основная идея этого праздника в том, чтобы наше общество обратило внимание на детские сады и другие дошкольные учреждения. Сегодняшнее мероприятие доказывает – про воспитание и развитие подрастающего поколения в Московской области и железнодорожном в частности не забывают. После завершения торжественной части Лидия Николаевна Антонова пообщалась с представителями СМИ. Главное, знаете, сколько в персонале, а кто в персонале? Вот я увидела кабинеты, и это вот здорово, что мы не экономим вот на таких штатных должностях, как психолог, логопед, как инструктор физкультуры, инструктор по плаванию. Вот эти люди очень нужны, потому что одни воспитатели – это недостаточно. Нужно, чтобы было всестороннее развитие, и поэтому вот штатное расписание –
конечно, в пределах, ну, разумного. Оно составляется так, чтобы могли прийти люди направленности конкретно, там, музыкальный работник и вот другие. Совсем скоро светлые комнаты этого новостроя наполнятся детским смехом. Для игривых непосед сад распахнет двери уже этой зимой. Ольга Паршина, Виктор Демин, РТВ Подмосковье, город Железнодорожный. Городской репортаж.